«Какая прекрасная погода!» – записал я сегодня у себя в своем календографическом календарике. Календография – это вот такие вот графические зарисовки, состоящие в основном из даты сегодняшнего дня и какой-нибудь фразы. Их у меня немерено. Почти каждый день я раньше делал, сейчас пореже. Сегодня была очень пасмурная, смурная, серая погода. И я возрадовался. Я подумал, что для меня есть две великолепных, прекрасных погоды. Это яркое солнечное утро, день. И вот такая смурная, смурная, пасмурная, дождливая погода. Это тоже моя любимая погода. Потому что в солнечный день я иду на улицу и получаю там удовольствие от путешествия, от рисования на улице, на пленэре. А когда погода дождливая, такая пасмурная, когда на улицу совсем-совсем не то, что даже не хочется, а и невозможно выйти, то я с огромным удовольствием сижу наконец-то в мастерской и занимаюсь своими делами, которых тоже очень много. Это и те же самые рисунки, и доработка, и архивы, и всякие-всякие тексты. Ну и, наконец, бытом можно заняться в такую погоду. И совсем не тянет на улицу. И так уютно. «Какая прекрасная погода», — написал я, «чтобы сделать много дел. А вечером пить чай с вареньем. Тоже и в метель, и в снегопад, и в дождливую погоду. Что может быть лучше?»